Добрый день, сегодня я у механика здесь. Откручиваю вот этот кремор. Обгазка. Тут болт у меня спереди оторвался. Тут спереди, теперь я все открутил. И задний тоже оторвался у меня. И, короче, я уже открутил его. Сейчас машину подниму, и снизу еще надо от выхлопной открутить. Тут, где у меня трубка стоит, сейчас у меня стоял кюлер ржавый. Подсоединил я сейчас здесь кюлер, такую трубку вместе с самым кюлером, охлаждение для сервы. И тут я ремонтировал бензин. Такой шланг поставил этот. Здесь вот к фильтру подсоединил его, потому что здесь был другой, но он не находил там трубку. На трубку-то не заходил. А сейчас я здесь снизу надо открутить эти три болта. Открутить надо выходную. Так прошло, наверное, уже 2 дня. Вот он кремор, который я сам зачистил, отшлифовал своей машиной. Заменил здесь болт. Сейчас буду здесь сверлить, потому что спереди и сзади болт оторвался. И буду вот такой. Таким вот прибором сверлить сейчас буду. Посмотрим, сколько я промучусь здесь. Спустя несколько дней все теперь на месте. Возились, конечно, очень много с этими боковыми, где оторвалось. Да, вон крайняя оторвалась, и здесь вот первая оторвалась. А остальное все не проблема было. Как говорится, надо было выкручивать это дрелью вокруг этого болта оторванного. Надо все было, подпилить его, подковырять его болт, чтобы он вылез. Болт потом вылез, потом он на 10 миллиметров засверлил, потом нарезал резьбу, вставил такой вот как болт, который, я не знаю, как их называют, головка такая вот, она резьба внутри и снаружи, это как шайба такая длинная, резьба снутри и снаружи, и вот он ее внутрь засунул в дырку, закрутил, и на нее насадили мы уже не 8 болт, а 10 болт насадили. Но он сказал, это будет теперь лучше держать, чем новое, кстати, от завода. Надеемся. Короче, прикрутили, работает все нормально. Надо будет прокатиться, может быть, завтра, когда мыть ее буду, прокатиться, посмотреть, как цилиндр отключать или нет. Ну, вот такая вот возня была. Я спросил, сколько это стоит починить вот такой кремор. Он говорит, ну да, если так вот возиться 2-3 дня, где-то плюс-минус 1000 евро будет. Я говорю, нифига себе. Он говорит, ну так как ты сам все возился, я его спросил, сколько дать тебе. Он говорит, ну ты же сам все делал. Я говорю, ну да, все равно я пользуюсь твоими ключами, как сказать, ты мне иногда подсказывал, помогал что-то. Он говорит, ну дай сколько хочешь. Ну я 1000 предложил, он говорит, о, это много, не надо. Я говорю, ладно, я бы больше где-то отдал, поэтому тебе 1000 за все. 1000 это за все то, что на Мустанге еще охлаждение меняли в воду, плюс здесь еще трубки, и там я тут подсоединял, крепления всякие у него, болтики использовал. До этого я креплял эту трубку охлаждения для руля, серво, вот это все. Поехал в город, и, видать, давление было большое. Мне механик сказал, что давление небольшое. Короче, в поездке в город, уже почти в городе был, соскочил один шланг отсюда, чтобы, видать, гладко было, плохо сидел. И все масло по дороге раскидалось. Ну, там немного, может быть, 0,5 литра было, все раскидалось. Теперь я вот субботу слегка заточил, засунул шланги, ну, подумал, что надо сделать, вот сейчас возьму напильники, сделаю небольшие такие вот углубления, чтобы где цеплялся этот шланг. И потом затяну опять крепежами этими. Посмотрим. Надеюсь, будет держать. Потом надо будет... Сегодня сразу же пойду, сейчас сразу это надену. Пойду к механику, возьму масло, залью сразу. Потом поеду машину мыть, потому что уже собираемся по плану уже завтра на ночь ехать. Посмотрим. Так, я делал... Вот машину помыл. Затемнял здесь и стекла боковые, чтобы можно было спокойно спать. И также крышу нанес эту фолию. Сзади у меня будет вот это крепление для мотоцикла.
Но часть только от нее, другая часть в машине, потому что вдруг захотят украсть и украдут не всю. И не могут пользоваться потом. Внутри будет вот так вот только. Два человека могут только ехать здесь, а задние я убрал, потому что здесь будут спать. Мы будем здесь вдвоем спать. Все, сейчас иду, собираю свои вещи и уже ночью поедем. Сейчас упаковываю еще немножко вещей в эту сумку. Здесь у меня аптечка такая, там вещи для камеры, крепления всякие. Все, сейчас буду вещи собирать, потом кушать, и уже надо собираться. Отъезд. Надо еще видео загрузить это, которое сейчас я делаю. Все, давайте. Увидимся через месяц. Лайки всем.